Once upon a time, in Africa, I was sitting outside in this little village made of clay. A woman and a man were having an argument. The words resounding in the air. Добрый вечер, друзья. Я так понимаю, что сегодня все понимают на русском языке, да? Все слова, все изречения, поэтому можно спокойно быть как рыба в воде. Я желаю вам всем хорошего настроения, я желаю вам всем хорошей музыки, я желаю вам всем хороших, ярких событий сегодня ночью. Может быть, проснуться завтра утром и ощутить легкое головокружение, и это будет означать, что сегодняшняя ночь удалась. Нету больше мальчика, мокрая улица, платье перепачканное, цветы желтые, девочку не радуют. Где же ты, где же ты, радуга? Где же ты, где же ты, радуга? Мой любимый самый, подарай, но и пусть.
прогуляюсь. Жить легко, а легко жить катастрофически. Прекрасно спалось, и чтобы завтра я благополучно добралась до точки назначения моей следующей. Сегодня мне нужно получить заряд от вас. Итак, раз, два, три, четыре. Постой, постой! Куда ты, мужчина? Оставь хотя бы твоё ламборджино! Мужчина! Оставь свой машина! Ну нифига себе! Спасибо большое! Ой, а вы какие молодцы! Я тебя любила, мишка.
эта песня была когда-то написана одним очаровательным мальчиком. Он хотел все от этой жизни. Он хотел и его, и ее, и все вместе. И однажды, проснувшись утром, он запутался, потерялся. И его жизнь крутая.